Золотые купола. Бля, мы на Марсе. Нихуя как близко Земля к Марсу. Ебать. А чё они туда так долго лететь собираются? Чешо. Странный интерфейс. Так. Так. Хуяк. Подрубай, блядь. Прилетели па-па-па, дроны собирать, ага. Недалеко от ракеты. Ну, хорошо, допустим. Ну, короче, по первым впечатлениям, игра похожа на Frostpunk, да, то есть, что-то такое тоже. Хоба-хоба-хоба-хоба-хоба-хоба-хоба. 5 FPS анимация, чик. Постройте выпариватель и топливный комбинат. Выпариватель и комбинат, нахуй. Ебать ты комбинат. Ебать, ракета какая красивая, чат, смотрите. Это как, блядь, какой-то мини-самолет. Или мега-самолет, я хуй его. Бля, камеру прям... Прям сверху нельзя сделать. Полетели нахуй отсюда. Так. Эй, это не моё, я такого не строил. Нихуя вы тут нагородили, блядь, вы чего? Ебать, а чё, долбоёб, алкаш на ракете-то прилетел? Ты рядышком не мог куда-нибудь сесть? Ну, игра чувствуется неживой, потому что нет людей вообще. То есть какие-то роботы катаются, что-то они там мутят, блядь. Так, опять съёбываю. Ну, это, короче, игра про съёб. Что-то вот тоже, вот анимаций никаких нет, просто вот... Наелся, блядь! Блядь! Ой, кубики! Изучить аномалию, отправив ДУ разведчику. Ты видишь мой глаз? А чё тут аномального? Кидай болт, ебать. Сейчас проверим. Ну, вот такой чисто ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Похавал, блядь. Оно само заполняется. То есть даже никакие дроны это не носят, а просто... Просто жрет. Скотиняка, блядь. Так. Так, ну собрал 20 металла. Все, хватит. А чё там, на Марсе уже воду нашли, что ли? Нихуя. Ну все получается, инопланетяне существуют, да, чешо? Или чё? Создайте экваэкстрактор, подайте ему питание. Чё-то какие-то дроны-бездельники, блядь. Водонапорную башню, трубами. Уже что-то интересное. Ребят, да будет Поя и, блядь, Darkest Dungeon будет. Просто у вас все какая-то тема, блядь, я не знаю. А когда то, а когда все, блядь, вот мне надо... Мне надо, блядь, распланировать, нахуй, у меня вот, блядь... Вот у меня нахуй все вот по минуточкам, блядь, расписано. Ну, блядь, когда захочется, зайдем поиграем. Че вот это, блядь? Ну вы чего? Блин. А сколько они ресурсов-то сюда будут привозить? Ёб твой рот, блядь. Тут уже нахуй мегаполис целый можно из этих ресурсов сделать, блядь. Во, наконец-то, блядь. Так, так. Один дрон бедолага делает. Два, три, все, пришли работяги. Чик-ч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 ик. Ля. А откуда я тебе оксиджен возьму? Я, ебать, на Марсе, блядь. Алло. Так, ну давай. Производит кислород, не работает во время полевых бурек. Трубопровод, бац. Чё там надо было еще ему? Оксиджен, ебать, энергию. Чё у нас тут нерабочее? Давай работай. Блять, ты заебал, еще раз ты так сделаешь. Я тебе, блять, мошонку откушу. Опа. Ты чё не дал посмотреть на купол-то хотя бы, блять? Ламыч, приветствую, не присутствовал на стриме, могу я узнать, почему дропнул Поя? Говно, блядь. Лига, говно. Патч, говно. Мастери, говно. Билд, говно. Говно вообще, все нахуй. Биржа вроде зашел, говно билд вообще.
Что случилось? Говно, все просто говно. Там же, блядь, в следующем году выходит XCOM 3. Оу, бой. Сука, это, блядь, какой же охуенный XCOM, это вообще мне дико нравится. А, да? Это тоже не я строил. Это тоже не я строил, чат. У меня что-то, блядь, с памятью, блядь. Чешо. И ресурсиков у меня столько не было. Постройте жилой комплекс в указанном месте. Блять, я бы под таким куполом пожил на Марсе. А это чё, чат, это чё, типа реальная теория, что вот так вот под куполами жить на Марсе? Типа это реально? А как же там без интернета, блять? Пинг до Земли, блять, сколько там будет? Миллиард? Закажите пассажирскую ракету. Да нахуй нам эти людишки, блять! Чат, по-моему, мы без людей заебись делаем. О, чат, там сладенькое привезли. Все, ща приду. А то я пью чай без нихуя, понятно? Оля, отражение солнца, ебать RTX. Так, чат, чё, пикник приговорить или сникерс? Я сначала сникерс. Не, Марс, шоколадка, хуйня. Мне не нравится. Чат, смотрите. Смотри. Блять. Приземляемся, смотри. Да блять. Colonists need service buildings to keep them comfortable. В куполе космобар, нихуя. Мяу. Так. Только прилетели, а уже бабки надо, блять. Exanguinated. Все? Изи. Легко. Слабый ник, меняй. Ля-ля-ля-ля-ля, нихуя летает. Гонщик, блять. Опа. У, еще один, нихуя. О, как. Марсианское метро. Бля, ну графончик, конечно, такой себе. Можно было и получше нарисовать. Так. Ну, обучение прошел. Скажу вам так. Вообще не вижу смысла в этой игре, когда есть Frostpunk. Ну реально, Frostpunk и красивее, и живее, и проще. Блять, все внутриигровые аспекты во Frostpunk лучше. Ну, реально лучше. И то есть, здесь установлен сеттинг довольно типичный. Да, типа, о, блять, Марс колонизирую, ебать, пиздец, колонизатор, не въебаться. А в том же Фросточе, блять, супер уникальный сеттинг, который, блять, очень редко встречается. Возможно, даже, блять, такого нет вообще среди градостроительных симуляторов, блять, вообще. Стимпанк, апокалипсис зимний, нахуй. Это же, это вау, это вау. Поэтому эта игра 2 из 5, а Frostpunk все еще 5 из 5. А Frostpunk все еще 5 из 5, блять. Чисто за музыку один поставлю. Слушай, да, я бы не сказал, что прям музончик такой хороший. Не знаю. Такой-то, ну, он не говно, но и не хуйня. Чё сказал, блядь, чё сказал? Он не говно, но и не заебись. То есть, ну, пойдет. Zip Lex. Ender Lilies. Ёб твой рот. Блядь, вот я по названию игры могу сказать, что это дроп. Вот тут по названию игры понятно, что это дроп, блядь. Аниме хуйня. Так, ну анимешников до пизды, 95%, 94%, 500 руб. Давай, берем. Спасибо Габену за манипэк. Так, установить продукты, 1 гигабайт. О, так прямо сейчас сыграем вообще. Вот она вообще моментально сейчас скачается. Гигабитный нет, она, блядь, за микросекунду скачает. Ты Frostpunk 2 ждешь? Не жду, вообще говно полное, первый Frostpunk был, блядь. Сколько там я в него наиграл вообще? 103 часа. Я думал, там, ну, часов 40. 103 часа. Это, если что, 103 часа, это я играл залпом. То есть, вот реально, вот всю неделю был только Frostpunk, короче. Только в него играл. Frostpunk BTW 5 из 5.
Как побольше в эту игру поиграл. Бля, она прям такая классная, такая душевная, и ее так легко понять. Обычно градостроительные симуляторы — это какая-то ебаная нагроможденная хуета. Ну вот как вот этот Марс. 10 тысяч ресурсов каких-то нахуй ненужных. Какие-то челы, какие-то, блядь, кто исследований миллиард. Блять, вообще это нахуй не надо в игре, блядь, абсолютно. Вон, блядь, вот, смотри, как делает Frostpunk. И вот делайте точно так же, блядь. Просто триллион какого-то говна, блядь. Намешали, блядь. Нахуй, кушай, блядь. Лангваги! What are the лангваги we have right here? We have some everything лангваги like here. Англандо. We will skip that. And that also. Portuguese. Францо. блять, они же прям грубо общаются. Сука. Дичь! Нормально? Итальяно. Ну, они такие, итальяно, такие, начили все. Испаньо, тоже начили. Русский, блядь! Я, блядь, русский, давай! Ок. Ну, давай, так. Так. Начать. Сейчас будет бульк в аниме. О, меня нашли. Так. Жреческое дитя. Ну да, люблю пожрать, а чё? А чё? Не, нихуя не слышу, музяка только ебашит. Так. Хоба. Ей хуёво, по-моему. Так, а нахуя я выбирал РУССКИЙ? Чтобы, блядь, один хуй не было ничего, ебать. А чё? Чё нажать-то, блядь? Так, Enter надо нажимать. Ну всё, анимешники в восторге. Дают поиграть за маленькую Лоли. Всё, охуительно. А бьет-то этот дух. Ну, это так неинтересно. Я думал, мелкая хуячить будет, как это, блядь. Как это, как ее? Как ее? Как ее эту новую в доте-то? Марс, да, вот эта хуйня. Опа. Не бойся. На нахуй. Пиздец рубим вообще. Ай, блядь. Заебись, уклонился. Так. Интересная анимация, вот это вот. Интересная анимация. Оп. Бью спиной. А, молитва. Так. Очень интересно. Нажмите Tab, чтобы попасть в главное меню. Спасибо большое. Осколок амулета. Охуеть. О, это ж Hollow Knight. Блять. Только Hollow Knight нарисован с какой-то своей изюминкой, а это просто аниме. Аниме-изюминка. Так, рассказывать нам никто ничего не будет. Фотокарточки будем смотреть. Ну, арчит собрали, я понял. Арчит собрали, ебало набили, дальше не помню. Сюда. Да блять. Да блять. Ну помогите стримаку найти В, блять. Банзай! Да блять, как. Как это? Ага, можно бить через текстуры. Физика воды прям Nvidia Physics. Ёбнешься. Помните, да, такую технологию? Древнегреческую, которую все забыли, блядь. Которая жрала миллиард FPS. Ничем RTX не напоминает? Хуя тут есть Level Up. Так, это первые боссы, я так понял, да? Охуеть, ты чё, ебанулась? Не надо, не нужно насилие. Ага. Мы тут пиздимся насмерть. Такая музычка, как будто я спать собираюсь.
Хоба, похилился. Так. 15-я стадия. Охуеть. Изи. А где звуки? Тут, мне кажется, блядь, звукорежиссер в этой игре был алкаш. Он просто забыл звуки. Вот. Очень много звуков в игру добавить. Включая воображение. Сейчас я пойду, газировочки ёбну. Я тебе, блядь, такое воображение спою. Вообще, блядь, лучшие звуковые эффекты в твоей жизни, блядь, будут. Вот как вот вообще ни единого звука, блядь, ни одного. Вот тут свечки горят, блядь, какая-то явно аура, блядь, священная там, что-нибудь такое, блядь. Ветер, тут все разъебано, значит, тут должен ветер гулять, блядь. Просто, типа, блядь, вьюга, хуюга, блядь. Что, блядь? Ни единого звука, блядь. Вообще нет эмбиента, никакого. Я молчу про то, что нихуя не озвучено, как опять, блядь. Мы же инди-проект там, блядь. А вообще звуки пропали. А, не. О, тут дождик хотя бы есть, охуеть. Так. Понял. Блять, ну он хотя бы звук бы менял, ну ёбаный. А девочка-то выносливая, блять. Ебальником о пол с 2 метров вообще. Без проблем. Сама ходит. Ничего не делаю. Похуй, поплыли. А как утонуть? В смысле, погрузиться? Да, блядь, погрузиться, чат. Не надо тонуть, блядь. Вы чё, долбоёбы, нахуй? Учитесь плавать, блядь. А вот прикиньте, а вот я когда был мелкий, не умел плавать. А потом стал жирный, а мне не пришлось учиться плавать. Потому что ты пузырь ебаный. Тебя просто обратно выплёвывает вода. И все, и нормально. Мне что-то рассказывал батя или мама, не помню. Что есть какое-то море, в котором ты вообще не сможешь потонуть, даже если очень, сука, захочешь. Нахуй я мышку переключил без провода, тут вся игра на клаве, блядь. Ебать, музыка. Такая музыка, как будто я на утренник пришел. Скоро дроп. Не, я ее полностью буду проходить, чат. Вы чего? Такая прям уникальная игра. Тя-тя-тя. Вот, понимаете, это хуйня полная. Вот, блять, вот почему в этой игре всегда играет музыка такая, как будто я должен плакать. Просто постоянно должен реветь. Что-то происходит очень плохое. Блять, я просто рублю каких-то лохов мечом. Кидаю в них ошметки дерьма. Они шотаются от них. Все. И под все это дело играет такая музыка, как будто, блять, я хуево, блять. Даже не знаю, как описать. Настолько печальное событие какое-нибудь. Что, бля, вот такая вот музычка. 95 положительных стал. Ну потому что, блять, аниме. Ну типа, о, аниме, поиграю. Всё. О, очень аниме, очень нравится, лось. Вот как вот эта музыка гармонизирует с игрой, вот как. Ну, в нашей игре, блядь, девочка маленькая, поэтому должна быть
нежная, ласковая музычка такая прям. Немного печальная, немного такая, блядь, всецело затрагивающая, блядь, музыка. Ладно, ну, 0 из 5 нельзя, да, потому что аниме, это ж аниме, 1 из 5, да. Ну, вот чисто Hollow Knight анимешный, только Hollow Knight. В Hollow Knight все гармонизировало, и музыка, и сам визуал был оригинальный, неповторимый. Такого визуала я не видел. Просто, ну, типа, подобные игры мне не очень нравятся. Вот платформеры, да, вот эти, как там это слово, словечко модное. Metroidvania, вот это. Вот надо заглотчик Metroidvania, ты не жаришь, блядь. Вот Hollow Knight, с точки зрения вот таких подобных игр, заебись. А вот это Exsanguinati полная. Сука. Понятненько, блядь. По-украински окровитися. Нахуй. 1 из 5. Моя оценочка, блядь. После этой игры я начал по-другому смотреть на Hollow Knight. Совершенно по-другому, блядь. Реально. Чат. Ебать, вы воюете, чат, блять. 5 из 5. Почти 5 из 5. Согласен. Почти, блять. А для тех, кто смотрит повтор, первое место 1 point. Ну, 1 из 5. Проголосовало 48%. И вторая позиция это 5 из 5, блять, 39%. Да, да, да. Чат. Давай это. Ебал, завали. Чат. Ладно, ладно, мне вы можете соврать, да, мне можете соврать. Я долбоёб, я могу, типа, такое... А, да, типа, ого. Ну, блядь, сами-то себе не врите, блин. Ну, блядь, Surviving Mars, тут хотя бы смысл есть. Это, ну, типа, градостроительная игра про Марс. Там колонизируешь кучу охуйни всякой. Ну, то есть, есть идея. А тут, блядь, разрабы сделали игру, ну, аниме... ну, там, озвучки, иди нахуй. А подача через, блядь, фотокарточки сюжета. Вот. Все, давай, беги там, бей бомжей оживших. Все, все, все. Ну, блядь, это ж полная хуйня. Ну, это же полное говно, блядь. Ну, типа, ну, кому может такое быть интересно? Ладно, кому-то может, поэтому 1 из 5. Here we go, boys. Найс лут фильтр, блядь. Гварда у него прячет лут фильтр, блядь. Охуительно. The mirror of Calandra. Help, ultimate. Копейка? Копейка, хорошо. Ебать! А чё так насрано на арене? Ебать! Да-да-да. Уч! А ты попадал в ГФЛ? Нет, ни разу не попадал. Я так хотел попасть. И вот все никак вот не получается. Блять, очень хочу попасть. ГФЛ. Ребята, обязательно ГФЛ, скидывайте клипы мои. Если, ну, вдруг получится, да, сделать клип. Бетхезда. Ветнезда. Аваланч. Студиос. Поверит ву. Орех. Чё, кого выбираем? Офгбуба. Так. Охуеть, а где прицел? Так, защитил вход. Она мне как сестра. Так, пошла биография. Мы выросли в Винланде. Ладно. Только тогда чего мы ждём-то? Да похуй, постоим, попиздим. Чё там с мужиком? Ясненько. Заебись, прицел. А прицел это просто точка, короче. Которая нарисована, а не которая нарисована. Ну, вы поняли, да? ЛКМ стрелять. ПКМ использовать прицел. Охуеть. Здорово.
Нет повторов на канале Replay, пришлось тут регаться, бедолага. А у тебя есть какой-то определенный график запуска стрима? В любое время Twitch открываешь, я стримлю. Потому что я стримлю по 10-12 часов. Обычно. Обычно, да? Но вот сегодня короткий стрим. Потому что. Блять, вот свернул эту игру, так хорошо стало. Пиздец, кайф. Так, ну ног нет, конечно же. Ныкаемся, блять. Бам. Ай, блять. Значит, все серьезно. Бам, нахуй. Так, а чё тут, лутовая будет? Ебать, куда я забрался вообще? Блять, нормально. Охуеть, охуеть. Жестко. Не, я лутаться пошел. Так, в игре нет лута, да, я так понял. Ну, чат, давайте 0 из 5 и расходимся, да? Вот это звук стрельбы. Ебать, вот это нормально. Ладно, неплохо, в общем, да. Ну, сложно, то есть, ну... Большую же сложность поставил, все сложно. Как там похилиться, чат? Все, без вас справлюсь, блядь. Блядь, пули закончились. А нахуй АР-ка нужна тогда? Пистолет въебало ваншотает. Ебать огонь. Нихуя. Офигенно, блядь. Блядь, это милишники какие-то. Так, нахуй. Хоба, блядь. Хоба. Хоба. Так, ага. Он умер, парни, умер. Это босс был, походу, судя по ХП. Охуеть, злой злодей. Ого, как это он так подобрался скрытно? Ужас. Вот так вот. Очень натурально смеется прям. Рука Драчебальда. Блять, какие же бездарные пушки в этой игре. Это пиздец. Да блять, обойди столб. Ты чё вообще нахуй? А чё светит-то? Там ничего нету. Да я и без рывка могу уклониться, смотри. Охуеть. Вот это моя машина? Давай, сейчас. Так. Сразу вот так ёбну, блядь. Ну ебать, управление хорошее, блядь. Прибыл, блядь, кто-то. Да, Digital Deluxe доставил, блядь. Охуеть, блядь. Хоба, блядь, полицейский, блядь, разворот, блядь. Похуй. Ага. Нахуй дави, блядь! Похуй! Ебаш их, нахуй! Блядь! Оп! Нормально, нормально.
Пропусти, блядь! Пиздец, парни. Я в ловушке, нахуй. Бам! 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 Ай, блядь! Заебись. Нормально, блядь. Бля, вот то ли нормально тачки сделаны, то ли говно, хуй пойми вообще. Не, говно, говно. Говно, чуваки. А это кто, блядь, такие, нахуй? Бои на машине. Вот это звуки, блядь. А что, если я этих поеду, обману сейчас? Смотри, смотри, смотри. Сейчас обманка будет. Хоба! А? Все, блядь. Вас обманули, блядь. Блять, это геймплей Warzone чисто на консоли. Ебиться в рот, блять. О, нормально тачки. А, ну апокалипсис же был, разъебало все, парни. Не, вот туда стреляй, блять. Шикарно. А теперь вон туда. Мало боеприпасов. Да ладно тебе, блять. А чё, а откуда боеприпасы взять, чат? Боевые припасы откуда взять? Так, ага. Сторожевая башня. Пошла нахуй. Тех, кто подходит слишком близко, так что действуй осторожно. Поэтому нахуй уворачиваемся. Блять, что-то слишком сильно увернулся. Судя по всему. А, это новая локация. Там локация какая-то. Так, что за локация? Ебать, очень похоже на ту, которую я проехал. Бля, какие сильные враги, когда ты в тачке. Так, нужно как-то починиться, чат. Ага. А, ну да, вот, ух, поедет нормально. Хоп, подрезал. Ебать, тачка жесткая. Вообще, везде проходимая. А я по вафелькам, что ли, катаюсь? Что-то все разъебывается. Нормальные фокусы. Вторжение песчаного черева. Искусство. Так, песчаный червь. Не понял. Алло? Алло. Знаменитость пустоши. Никакой. А где червь-то червяный? Перед дропом хоть на песчаного черева посмотрим. Вот этот, блядь, дохляк! Ебать, говно. Дрищ какой-то, блядь, натуре. По съебам. Огонь, врежемся в него просто. Все, пизда тебе. На, блядь. Ай! Че-то ему похуй как-то. А мне тоже похуй. Да вообще, да пизды. Начинай ручной ремонт. Не, мне лень. Не буду. Ладно. Хоба, блядь. Ох, блядь, хорошо. Так, попытка 2. Ну, сука. Не, ему похуй, ребят. Хорошо, выходим. Парни, помогайте. Ай, блядь. О. Ты куда стреляешь, блядь? Ты, блядь. Ой, умер. Какая досада. Ой, игра что-то свернулась, прикиньте. Блядь, очень классно. Невероятно, просто супер. Чё думаете, чат? Чё думаете по игре? По игре чё считаете? Как игра вообще вам? Мне очень понравилось. Дико понравилось, блять. Прям, ну блять, прям. А,
Один из пяти? Серьезно, чат, вы считаете, что это один из пяти? Категорически с вами не согласен. По-моему, это ноль. То есть ноль так-то был бы, да? Выбор без выбора, нуля нет. Блять, хочу постоять. Сейчас, блядь, жировое затмение будет, блядь. Смотрите, можно полностью экран черный сделать. Смотрите. Все. Все, блядь. Хова. Ебать, включи! Включи, блядь! Обратно, блядь! Да жопа вспотела, блядь. Пиздец. А можно музыку? Слушай, диджей, поставь музыку душевную, эй. Бля, я тебя умоляю, прошу, по-братски. Фаза у жирового затмения. Я тебе чё, босс? Блять, чтоб фазы были, блять. Бля, с Танькой недавно посмотрели «Тихое место 2». Такая залупа, ёбаный. Первое «Тихое место» вообще охуенное было. А второе, блять, такая залупень, ёб твою руку. Дюну не смотрели. Мы хотели пойти в этот, на утренний IMAX, когда никого нет, чтобы вообще, блять, вдвоем сидеть в кинотеатре. Так и не пошли, короче. Дома как-нибудь посмотрим. Но это ладно, потому что... Игры кальмара хватило, чтобы насытиться, так сказать, видеоконтентом надолго. О, игра кальмара прям хороший сериал, очень хороший. Мне понравилось. Главный герой, конечно, долбоёб вообще полный. Блять, фулл кретилоид, блять. Ну, чисто деда протащил, блять. Капец, у тебя вебка шумит, блять. Чел, эта вебка старше тебя. Чат. 2022 год уже скоро, вы прикиньте. Блять, эта цифра 2022, она звучит как какой-то уже, ну реально, киберпанк, пиздец. Охуеть, реально, похуй. Еще похуй, тебе пизда, блять. Помню, как думаешь, что в 2000-м будет конец света. Бля, ну вообще человечество лютая пизда, блять. Вот с такими происшествиями, как ТикТок, блять. Ну... Человечество реально пизда полная вообще. Как бы ладно, еще ТикТок, да? Я случайно, блять, тыкнул на ВК клипы. Блять, у меня нахуй рука онемела от того, что я увидел, блять. Это. Вот представьте, ТикТок только хуже. Очень сложно представить. Ну вот. Коуп. Вот коубы, кстати, нормальная тема. Вот я в коубах ни разу не видел, чтоб там бабки танцевали под кринжовую музыку, блядь. Или, блядь, какие-то тёлки жопами виляли просто так, типа под какую-то долбоёбскую музыку, блядь. Вот коубы нормально, кстати. Там порой вообще мемно, блядь. Чел, блядь, ты заебал хейтить ТикТок только из-за детского контента. Там существует и серьезный контент. Оф, его меньше, как и везде, блядь. Если тебе в кайф смотреть на танцульки, то через пару часов приложения у тебя будут норм челы. Ладно, извини. Когда будем аниме смотреть на стриме, блядь? Каждую неделю смотрим, вот как не включишь этот, нахуй, Games Blender новостной, там просто половина видоса, это аниме хуйня какая-то. Просто вот аниме, блядь. Я на самом деле ничего не имею против аниме, на самом деле, то есть нейтрально отношусь. Но, блядь, кто играет в это говно? Вообще не понимаю. Что скажешь по поводу Марси? Девочка Крип. Привет, в какие игры играешь на телефоне? Хорошая игра. Привет, видел Darkest Dungeon 2U, как тебе? Очень круто сделали вообще, очень понравилось. А какой порог входа? Слушай, ну порог довольно высокий у меня в комнате. Не знаю, войдешь ты или нет. Ну, у меня дочь справляется. Нихуя отражение, видите, бля, в ухе. Пиздец. Бля, вы через мой наушник можете запалить Таню голову. Она иногда ко мне голая заходит. О, сука. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.